Здравствуйте, меня зовут Масленникова Яна Владимировна, я врач-ортодонт клиники Сатори. В этом видео мы покажем фиксацию ретейнера на верхнюю и нижнюю челюсть. Перед установкой проводится снятие брекет-системы и профессиональная чистка зубов. Подробное видео про снятие брекетов можно посмотреть на нашем канале. Ретейнер – это специальная проволока, которую устанавливают для стабилизации исправленного прикуса. Несъемный ретейнер фиксируется на язычную поверхность 6 центральных зубов. Сначала на зубы наносится гель, содержащий 37% ортофосфорную кислоту для лучшего проникновения адгезива в зубные ткани. Спустя 30 секунд тщательно смываем протравку. Далее маленькой кисточкой и брашем наносим сам адгезив для более надежной фиксации материала и пистолетом раздуваем слабой струей воздуха. Засвечиваем с помощью фотополимеризационной лампы 5-10 секунд. Вставляем зубную нить в межзубные промежутки. В петельках флоса фиксируем ретейнер и позиционируем его посередине коронковой части зуба. Натягиваем нити так, чтобы ретейнер плотно прилегал к зубам. Далее на каждый зуб наносим жидкотекучий композитный материал светового отверждения над проволокой в области зуба и засвечиваем его в течение 20 секунд. Удаляем излишки композита, шлифуем бором конец проволоки, чтобы конструкция не ощущалась в полости рта. Фиксация завершена. Повторяем все этапы для установки ретенционного аппарата на верхней челюсти. Срок ношения ретейнеров, как правило, в два раза больше, чем брекетов. Он напрямую зависит от возраста пациента, изначальной клинической ситуации и индивидуальных особенностей. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. И подписывайтесь на наш канал, чтобы видеть больше контента про стоматологию. Спасибо за внимание!